Учительница покинет этот мир! Жесть! Все! Всем привет, ребята! С вами снова я, Королева Мистики. Это значит, что сейчас будет очень страшно. Несмотря на то, что это начало слишком веселое. Друзья, перед началом три ваших самых топовых комментария. Погнали! Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях, и пока идет реклама, пиши. Чем больше комментов ты напишешь, тем выше вероятность того, что ты попадешь в мое видео. И не забывай про конкурс, где я разыгрываю новые крутые поп-иты. Так, друзья, в руках у меня конверт. Здесь у меня находится евро. Денежки, мои любимые бумажные денежки. Как поется в песне, 4 бумага — это деньги, а деньги я люблю. Короче говоря, сегодня мы будем с ними прощаться, потому что мы с вами, друзья, будем заказывать на сайте Darknet проклятый пластилин, из которого я постараюсь слепить очень крутую учительницу из маленьких кошмаров. Говорят, нельзя лепить из проклятого пластилина, иначе учительница придет за вами и вам не по... Здоровится. Да, именно не поздоровится. Спасибо, меня снимает, как всегда, мой оператор Дима. Всем привет. И мы прямо сейчас идем, отправляемся на обмен и покупаем проклятый пластилин. Ура! Прямо сейчас, ребята, мы торопимся, потому что менеджер сайта Darknet сказал, сколько можно вас ждать, потому что сейчас 7 июня. И пипец как холодно, как зимой. У нас чуть ли вчера не был снег. Напишите в комментариях, кстати, какая погода у вас сейчас в вашем регионе, в вашем городе или в вашей стране, если вы не из России, ребята. А у нас очень холодно, буквально плюс 10 градусов. И я спешу, потому что проклятый пластилин уже остыл и ждет меня. Сейчас, прямо сейчас я уже подхожу к месту, где происходит сам этот процесс, сам обмен денег. Я их оставляю, никогда лично не встречаюсь, потому что, ну, нельзя, чтобы это все фиксировалось. Такие уж правила на сайте Darknet, и мы ждем, деньги оставлены. Мы ждем смс-ки о том, что наша посылка доставлена, друзья. Итак, ребята, смс уже получено, и мы идем забирать свою долгожданную посылку с проклятым пластилином, чтобы слепить учительницу из маленьких кошмариков. Друзья, кто любит играть в маленькие кошмары, или кто любит смотреть, например, как кто-то другой играет в маленькие кошмары, напишите, мне очень интересно знать. И, друзья, пожалуйста, не смотрите мои видео без подписки. Если уж вы начали их смотреть, досмотрите до конца, потому что прямо сейчас проклятая посылка с сайта Darknet заказана. И она находится прямо сейчас у меня в руках. И мы ее откроем прямо здесь, друзья. Вот он, этот проклятый пластилин. Никогда не лепи из пластилина монстров, иначе они придут именно за тобой. Ну а мы погнали. Итак, друзья, как выглядит эта учительница, вы можете прямо сейчас видеть на своих экранах. Она жуткая, и в ней белый присутствует пластилин, и коричневый, юбка, по-моему, какая-то черная. Друзья, мы взяли именно те оттенки пластилина, которые нам необходимы для создания этой учительницы. Лепить придется очень долго, и чтобы вам не было скучно, прямо сейчас на счет 3 вы увидите то, что получилось у нас. Раз, 2, 3, друзья, вот такая учительница из маленьких кошмаров у нас получилась. Друзья, пожалуйста, напишите ниже в комментариях от 1 до 5, насколько похожа эта пластилиновая учительница из маленьких кошмариков на реальную учительницу из игры, друзья. Так, в общем, мы слепили из проклятого пластилина. Теперь, так как этот пластилин проклятый, меня уверяли, то, что после того, как мы закончим эту, собственно говоря, лепку, эта фигура может ожить. Я не знаю, что тут с ней будет происходить, но, по крайней мере, мы обязаны оставить ее наедине, потому что они не активизируются, грубо говоря, когда на них смотрят. Чаще всего это происходит, когда рядом никого нет, и они в этом убеждаются и начинают в свои какие-то действия ходить, там бродить, или, я не знаю, какие-то пакости делать. Ладно, друзья, мы оставим ее на пару секунд, оставим скрытую камеру здесь, направленную прямо на эту учительницу. Вы увидите первыми, что будет происходить с этой учительницей. Ну, а я давай штатив, я на штатив поставлю.
Вот, ну, а я потом при монтаже увижу, может быть, даже у меня получится зафиксировать то, как она шевелится, возможно, даже получится с ней поговорить, ребята. Но она нереально стрёмная. Кстати говоря, вы знали, что у учительницы есть офигенный талант, то, что если кто-то там сделал какие-то плохие оценки, еще ниже прям ставь, вот, если кто-то там что-то там не учит, у нее вылазит такая длинная, гигантская просто шея, и она то ли ей убивает, то ли задушивает, непонятно. В общем, так как этот пластилин не обычный, а проклятый, мы оставляем скрытую камеру здесь, а сами с Димой отправимся на пару минут в совсем другое место, друзья. А вы наблюдайте самыми первыми, что будет происходить с этой проклятой игрушкой из пластилина. Уже достаточно времени. А где она? Дим, где учительница? Черт, я не могу ее найти. Где учительница? Жесть. Она на полу, Дим. Как она могла так далеко? Она, видимо, ходила и упала. Ребят, это просто жесть. Блин, офигеть. Хотела бы я увидеть это своими глазами, но я обязательно это посмотрю после на камере, друзья. Ладно, давайте еще один раз попробуем оставить ее здесь. Давай камеру, Дим. Я еще хочу посмотреть. Возможно, просто она куда-то шла и не дошла, и просто упала. Это нереально стрёмно, ребята. А возможно, ее сдуло ветром. Я, по крайней мере, сейчас я не знаю, что произошло в данный момент. Ну ладно, оставим все как есть. И еще на пару минут покинем это место и посмотрим, что происходит с этой проклятой пластилиновой училкой из маленьких кошмариков. Ладно. Так, Дима, давай попробуем где-нибудь щелкать, наблюдать за ней. Кто хочет к доске? Кому поставить пятерку? Я знаю, что ты еще не подписался на канал Королевы Мистики. Прямо сейчас жми кнопку. Жми на кнопку, я тебе говорю. И я поставлю тебе пятерку. Поставь лайк и подпишись на канал. Ребята, вы это видели? Черт, что-то здесь произошло, учительница опять лежит не на своем месте, Дим, просто валяется, и у нее руки как-то по-другому сделаны, что произошло, я увижу это только после того, как смонтирую видео, но по-любому, ребята, эта учительница реально оживала из проклятого пластилина, я не знаю, что она говорила и как это было вообще, что, но она, кто там? Черт, ребята. Ладно, хорошо, что у меня с собой есть укол, который обязателен при заказе на сайте Darknet. Это специальная кровавая кровь сайта Darknet, которую набираю в специальный шприц, друзья. И если вдруг что-то пойдет не так, я обязана сделать монстру или пластилиновой игрушке, либо кому-либо. Если с кем что-то происходит, короче, это типа антидота. Укол в любое место, вот куда угодно, хоть в шею, хоть в другое. Ладно, я что-то слышу. Я слышу какой-то голос из леса. Дим, блин, что-то
Нереально, слушайте, ребята, потому что сама учительница может прийти сюда. Короче, ребята, я взяла с собой шприц, чтобы сделать укол, если реально училка здесь. Потому что я не знаю, если она вдруг меня заметит, она меня задушит своей шеей. А мне бы этого очень не хотелось. Здесь кто-нибудь есть? Ребята, учительница, это ты? Черт, посмотри, вот она, смотри! Ребята, это учительница, она стоит прямо на дороге, и у нее длинная шея, господи, это учительница из пластилина. Ребята, ладно, прямо сейчас нужно уничтожить эту фигурку, мы сделаем ей укол, чтобы эта учительница исчезла, она стоит прямо перед нами, ребята, вы видите ее. Ладно, насчет раз, два, три, учительница покинет этот мир, учительница покинет этот мир, учительница покинет этот мир. Жесть, все, она исчезла, Дим, смотри. Ее не осталось на дороге, ребята! Мы все сделали правильно, хорошо, что этот антидот работает! Я сделал укол пластилиновой игрушки из проклятого пластилина, и училка исчезла! Если вам понравилось это видео, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал! Всем счастья и добра! Пока!